Вот, друзья, Аля. Вытащил какой. Вот какой. Хороший карасик. Так, немножко рыбка прибавляется. Опять мелочь дергает, блин. Опять мелочь. Одну густерку маленькую вытащил, небольшую. Вот дергает обратно. Карась отошел. Уже полтора часа простоял я. Все, не хочет больше. Вот, друзья, идет кто-то. Кто-то идет, друзья. Вот такой карась. Так, посмотрите. Только посмотрите на него, какой карась. Опа. Вот, друзья. Вот такой карась. Это, наверное, килограмм есть. Килограмм есть. Вот, друзья, идет еще. Еще идет. Этот поменьше немножко. Оп. Вот такой. Вот такой карасик. Вот, друзья, как ловим. Ни прикормки, ничего не надо. Вот такой карасик вот. Идет, друзья, идет. Это такой убирает. Вот он. Ох, это опять килограммчик, друзья. Вот такой. Это килограмм.
Ну-ка, отдавай крючок-то мне. Ой, вместе с червем. Вот такой. Вот она, друзья. Щуренок. Килограммчик. Да? Вот такой. Еле-еле держится, смотрите, а? Раз и все. Пойдет на коптилку, друзья, это. Это на коптилку будет. Вот уже и сумка полная почти, а? Уже и сумка полная. Вот он, дуплетом. Я бы не сказал, что. Но хороший карасик. Карасик хороший. Вот такой. Хороший карасик. Такой пойдет. Вот такой. Окунёк. Вот такой. Вот такой морячок полосатый. Да. Вот здесь, друзья, глубина 8 метров, и вот на этой глубине они крутятся. Что щечка, что окунь. Карасик, друзья. Вот такой. Вот такой карасик. Но тоже рыба. Это на коптилку пустим.
А он сейчас жирный, друзья. Вот такой. Сейчас рыба вкусная у нас. Черный карась. О, какой. Красавчик. Черный. Под порогом стоял где-то. Стоит, не гуляет. Не хочет. Карась, друзья, вот такой карасенок, тоже черный, какая-то другая порода подошла, то желтые были, теперь черные пришли, вон какой. Вытащил я его. А, друзья, что-то хорошее идет. Тот хороший, друзья. Играется хорошо. Вот такой карась идет. Килограмм есть. Вот такой. Ну и все, друзья. На сегодня хватит. Наверное. Или еще разочек попробуем. Нет, наверное, хватит уже. Сумка полная. Домой приду. Взвешу, покажу, друзья. Спасибо за внимание всем. Ну вот, друзья. 7 килограмм 650 грамм. Вот такая кучка получилась у нас. Караси. Вот так вот, друзья. На сегодняшний день еще 5 карасей там оставил. Соседке подарил.